Билан откровенно высказался о нетрадиционной сексуальной ориентации. Певец Дима Билан прокомментировал слухи о том, что он якобы гей. По словам звезды, такая молва о нем пошла из-за сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом. Билан подчеркнул, что попал в шоу-бизнес не из-за того, что был чьим-то любовником. Он окончил государственное музыкальное училище имени Гнесиных по специальности классический вокал, и ГИТИС. Более того, Дима был лауреатом нескольких музыкальных конкурсов. Юрий Айзеншпис, по словам Димы Билана, вкладывался в его раскрутку, так как видел в нем потенциал. Артист не стал скрывать, что слышал разговоры о том, что его продюсер гей. «Меня никто не ангажировал, меня никто не склонял к чему-то. Я за ним такого не замечал, хотя слух ходил. Я приходил к нему в гости, общался с ним. Не знаю, может быть, он видел во мне какого-то сына. Я мог говорить с ним абсолютно откровенно. Даже обижал его периодически, говорил: как так вы живете и у вас нет друзей? У меня вон сколько друзей, а у вас друзей нет. Рассказал Дима Билан в YouTube-шоу «А поговорить». Вокалист отметил, что Айзеншпис спас его от краха певческой карьеры. У Билана был период активной клубной жизни. Он влюбился в девушку и на неделю с ней пропал, поставив гастроли под угрозу срыва. Если бы не он, я бы в какой-то момент съехал с катушек, добавил артист. Дима Билан, кадр. Статья о нетрадиционной сексуальной ориентации Юрия Шамильевича, по мнению Димы, могли быть заказными. У продюсера было много конкурентов и недоброжелателей. Тогда все делили поляну. Тогда все равно был полубандитский Петербург. Полубандитский рынок. Все друг на друга клепали такое, что будь здоров. Вспомните, как мочили всех политиков. Рассудила знаменитость. Дима Билан признался, что разговоры о якобы любви к мужчинам его не обижают. Мне все равно, реально. Может быть, года 4 назад цепляло, а сейчас все равно. Я в этой жизни видел многое и знаю многое. Уточнил он. Исполнитель отметил, что на малой родине, в Кабардино-Балкарии, сплетням его ориентации никто не верит. «Я там народный артист, все в порядке», – подчеркнул Дима Билан. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Власти скрывают правду. Люди в шоке от последствий запуска Крымского моста. Давида Бакула приписали новый роман. У меня должно было родиться двое детей. Билан ушел в запой после неудачных попыток стать отцом. Любовницу Виторгана засняли с бывшим мужем. А вторая дочь где? 79-летнего Виторгана прижали к стенке. И многое другое.